15:50 по местному времени поступило сообщение об опрокидывании бензовоза на горной части города по улице Мамонтова. Значит, были задействованы ликвидацию аварии силы и средства городского звена РСЧС, Федеральная противопожарная служба, дорожное хозяйство и подразделение Института экологической безопасности. В 19:00 авария была ликвидирована. В целях предотвращения загорания пожарными подразделениями был произведен смыв топлива с проезжей части дороги. После этого и лососом Института сервиса экологической безопасности, сливневой канализации, оставшееся дизельное топливо и вода были откачаны. Благодаря вовремя принятым мерам дизельное топливо в ОП не попало. Значит, поверхность Барнаулки обсыпана сорбентом, постановлены боновые заграждения. Завтра утром остатки топлива будут убраны.